Всем привет. Иногда одной зарядки не хватает, и поэтому в Китае я заказал дополнительную зарядку для часов амосфитовских своих. Зарядка пришла, но что-то мне подсказывает, что не будет это работать дело. Благо, это можно в машине проверить все. Длина кабеля было написано, что метр. Цена копеечная. Тем более еще на 11.11 заказывал. Ну что ж, проверим работоспособность. Должно, в принципе, примагнититься с другой стороны. Да нет, зарядка идет. В принципе, адекватная док-станция. Все работает. Ссылка на нее будет в описании, если кому-то вдруг приглянется данный товар. Здесь, значит, для чего? Для Amazfit GTR на 47. Кстати, самый удобный ремешок — это ремешок резинка, как оказалось. Я вообще в восторге от него. Надел и забыл. Теперь одну зарядку можно кинуть дома, а одну на работе. Если вдруг резко сели часы, то можно ею уже сразу и зарядиться. В общем, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Ну и, соответственно, заказываем данный товар. Цена копеечная, а удовольствие море.